Остановить. Уберите его. Уничтожь, Нека. Это женщина. Знаю. Эй, давайте на пару дней вернемся в Монте-Верде. Хочу обсудить одну идею. А Лукас достойно держался во время похищения. Молодец. Вам удалось выяснить, что было нужно Виктору? О, да. Ключ от этой двери, за которой скрыто величайшее сокровище. Реликты в сотни раз крупнее и мощнее всех ранее известных. Открывший эту дверь сможет править миром. Или начать золотой век, как пожелает. Но дверь заперта. А ключ утерян. Эта дверь? Да. Я ее видел. Точнее, ее изображение. Помните мою одиночную экспедицию через пустоши? Нет. Ну, в одном из храмов я обнаружил фреску. Она закрывала всю стену. И в самом центре был такой же образ. Что еще там было? Честно говоря, не помню. Но можно вернуться и посмотреть. Но сначала придется подготовиться как следует. Если только вы не сильно горите желанием лезть в горы. Я знаю, как найти их базу. И как? Подсунем им что-нибудь с передатчиком внутри. Пойдемте, поможете мне. Нек, освободи место для работы.